Всем привет! Сегодня мы поговорим об одном видео. Как вы знаете, недавно через фейковый аккаунт в социальной сети вылили видео с праздника 70-летия матери Хамчи Кульбаева, криминального авторитета, вора в законе. И которого вот буквально осенью этого года, в октябре, спецназ застрелил во время спецоперации. Вот. И на видео мы видим поздравления Акылбека Джапарова, нынешнего премьер-министра. На тот момент, в 2018 году, он был депутатом Жогорку Кенеши, что тоже такая достаточно значимая должность. Ответственная, скажем, у которой есть своя этика, свой регламент и и внутренний кодекс этический, можно сказать, у депутатов должен быть, потому что они не просто себя представляют, они представляют в целом государство Кыргызстан. Если они где-то дискредитируют себя, то они дискредитируют в целом всю страну. Так и произошло. То есть, по моему личному мнению, это дискредитация целой страны, что депутат Жогорку Кенеши выступает на празднике, организованный криминальным авторитетом с участием, да, этого криминального авторитета. Ответ или оправдание, я не знаю, как это назвать, не заставил себя долго ждать, и руководитель информационного отдела аппарата президента и по совместительству аппарата правительства Дайырбек Орынбеков у себя на странице опубликовал что-то типа подобия оправдания. Майя Алиева и брат Акылбека Джапарова учились в одном университете, и с тех пор они знакомы. На той Джапаров был приглашен в качестве соседа. Понятно, что если он идет к матери криминального авторитета, то он должен понимать, что на этом то и будет и сам криминальный авторитет. И присутствовать в одном месте депутату с человеком, олицетворяющим беззаконность, будучи представителем законодательного органа, не комильфо. Вот. Это даже, как это понимать? Что это нормально, так и должно быть. То есть он не имел возможности отказаться и так далее. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Но мое личное мнение, что даже если ты сосед, не все соседи идут на то и к своим соседям, обязаны ходить, да. Даже если пригласили, он в любой момент может отказать вежливо или невежливо. Но тем не менее, он туда пошел. Значит, какие-то отношения у него есть, и его абсолютно не волнует репутация государства, репутация личная, личная плевать, но репутация вообще должности депутата Жогорку Кенеши. Вот. Просто приведу пример. Вот этот человек, его зовут Вильгельм Джунила. Это бывший министр экономики Финляндии. Буквально этим летом разгорелся скандал. Появилось такое же видео, где он выступал на мероприятии ультраправой, можно сказать, фашистской организации, где он там фашистские националистические шутки высказывал. И после этого скандала он извинился и по собственному желанию уволился. Мы же от Акылбека Джапарова никаких извинений не услышали, лишь только оправдание Дайыра Орынбека, даже не оправдание, а просто констатация факта, что так и должно быть. На самом деле так не должно быть. И быстренько мы сделали небольшой факт-чек, быстренько пройдемся по тем лицам, которые на этом видео засветились. То есть тоже, помимо Акылбека Джапарова, там были известные политики,
Тот же СМИ определили, узнали Эльмурзу Сатыбалдиева, это же генеральный прокурор, который при Курманбеке Бакиеве, сбежавшем в Белоруссию президенте, экс-президенте, был генеральным прокурором. Там же мы СМИ узнали Турсунтая Салимова, владельца рынка Мадины. Впрочем, его, кстати, ГКМБ арестовала, ведется следствие за связи с Камчи Кульбаймом. Так они озвучили в своем пресс-релизе. И вот, в принципе, все, всех, кого нашли СМИ, мы дополнительно нашли еще Рано Бабаджанову на видео. Это вот владелица сети ресторанов Хайнар Групп. Это тот же Барашек, это тот же Фрунзе. До этого, помните, кафе было Тюбетейка, вот она им владела. Вот, и во многих интервью ее представляли как успешную бизнесмена, фактически начавшего с нуля и раскрутившего свой бизнес. Позже были слухи, что Барашек, Фрунзе имеет отношение к криминальному авторитету Камчи Кульбаева. Но это оставалось на уровне слухов, а здесь на видео, по какой причине Рано Бабаджанова, успешная бизнесменка, оказалась на этом празднике, тоже непонятно. Ну и смотрите, вот тут за столом сидит человек, который тоже в бакиевские времена был министром весьма значимым, главой таможенного комитета он тогда был, бакиевский, и зовут его Нурлан Ахматов. В 2018 году, когда этот той проходил, он был заместителем правления, председателя правления «Газпромнефтязи». А уже спустя полгода после этого празднества он стал главой аэропорта Манас, а еще через год он уже в качестве министра был представлен в органы таможенного союза и отвечал за таможенные дела, да, Евразийской, как она называется, ЕАЭК, Евразийской комиссии, да. Вот, сейчас он играет в футбол вместе с Садыром Джапаром на одном турнире, вот эта фотка, и является председателем Евразийского банка развития. Ну, по крайней мере, до последнего момента интернет именно это показывает. Если Ахылбек Джапаров выступает в составе какой-то группы, значит, их что-то объединяет. Даир Орумбеков говорит, что его пригласили в качестве соседей, и можно предполагать, что вокруг него вот это вот вышли поздравлять тоже соседи матери Камчи Кульбаева. И вот прямо за ним стоит женщина, которая... Интернет опознал как Гульмиру Отумбаеву, Гульмира Исаковна Отумбаева, сестра родная Розы Отумбаевой. Но муж ее, Адымкалый Чыныбаев, в бакиевские времена был акимом Соклукского района, а в акаевские времена был заместителем председателя таможенного комитета, то есть таможенной службы. Вот такие люди присутствовали на этом тое, непростые. Вот. И что я могу сказать? Вот так вот у нас все происходит. Криминал спокойно разгуливает и пересекается на всяких праздниках. А люди, которые пересекаются с этим криминалом, говорят, что это нормально, мы не имели возможности отказать и так далее и тому подобное.